нам просто приходят в штаб люди, которые не могут на прием к мэру попасть. Это реально большая проблема, то есть попасть нам к мэру на прием. Это очень странно, потому что обещал Анатолий Евгеньевич в 2014 году и турникеты убрать. Никаких там турникетов, он турникеты так и остались в мэрии. Прием там по согласованию, приемная решает вопрос, у вас актуальный или не актуальный. Это, конечно, совершенно безумно. Мэр — это первый такой представитель горожан, самый к ним близкий. Главное, там президент, губернатор, они далеко, у них там всякое разное. Но мэр-то он, вот, Красный 34, куда уж ближе вышел на метро площадь Ленина, вот он рядом мэр. И я обязуюсь вести прием по живой очереди, не отбрасывая вопросов. То есть с каждым вопросом, без всякого дополнительного фильтра, можно будет прийти и его обсудить. Во многом потому, что еще это важный элемент обратной связи. Как у нас сейчас происходит? Вышел из мэрии, сел в новенькую камеру с тонированными стеклами, кондиционер включил, у подъезда вышел, тебя водитель привез, у подъезда вышел, домой зашел, ни разбитые дороги тебя не интересуют, у тебя все нормально с подвеской, а если ничего, новенькую опять машину купишь, ни города ты не видишь, ни воздухом ты этим не дышишь, у тебя кондиционер. Вот, такая ситуация, конечно, неприемлема. То есть должны уметь, иметь возможность граждане прийти и рассказать, как на самом деле все в городе обстоит. А то иначе 2-3 года человек уж совсем оторвался от реальной жизни, в каких-то своих там облаках витает, рассказывает, как у нас все классно, проблем не видит. И единственный способ с этим бороться, вот это вот, не отрываться от земли, это как раз личный прием. И поэтому обязательно будет день в мэрии, может, так еще не вторник, может, не воскресенье, но также в мэрии будет день, когда можно просто прийти, вот он мэр, вопросы задать.